Сейчас в Ивановской области очередной зашкварный случай, когда ребенка выкидывают из общественного транспорта. На сей раз уже отличился не сотрудник полиции, который не смог отличить 13-летнего ребенка от 18-летнего. Ну, не позволил что-то ему отличить это ранее, как написал ответ с прокуратуры на жалобу. Сейчас даже не водитель с кондуктором проявили свою скотскую натуру, хотя там тоже имбецильность зашкаливающая. Люди, которые обязаны знать, что детские карты безлимитные, этого не знают и требуют оплатить наличкой. Проявили на сей раз свою скотскую натуру пенсионеры, которые ехали рядом, и вместо, чтобы заступиться за ребенка, начали оскорблять ребенка, давить, стыдить, что мы за тебя платить будем, еще что-то, и выкидывать ребенка на улицу. Вот хочется спросить, ну если вы не знаете, что карты безлимитные, ну чего вы лезете? А завтра вы будете скулеть, стоя около школьника, стыдить, что это ты мне место не уступаешь? А вам никто не обязан уступать место. Место уступается по доброте душевной, из милосердия. Но когда человек стоит рядом, тебя оскорбляет твоих родителей, говорит, кто тебя воспитал, никто не обязан уступать место. Запомните это. А вот такое поведение, которое сейчас совершенно недостойно в адрес детей, я считаю, это вообще просто запредельное что-то. Смотрите видео, оно впереди. Почему я должна выходить? А почему должны мы оплачивать? За свой счет. Я вам предоставила карточку. Это не мои проблемы, то, что у вас не срабатывает. Что вы говорите? Да. Да. А я в чем виновата? А это не мои уже проблемы, я вам предоставила проездной. Твой проездной? Угу. Это бессмысленно. Да? Девушка, вы, может быть, в течение месяца уже выездите. Почему из-за вас должны страдать? Это не мои проблемы, я предоставила проездной. Не срабатывает. Почему-то у меня все сработало. А я откуда знаю? Почему-то мы за вас должны сидеть. Не знаю, почему автобус стоит. Потому что вы не проехали. Я предоставила. Это у них не срабатывает. Это уже не мои проблемы. Раз проехал бесплатно, два проехал. Почему бесплатно-то? Уже не первый раз. Давайте по 5 рублей сложимся. Давай, действительно. Может, и стыдно будет. Из-за тебя будем стоять. Не будет. Откуда мы знаем, сколько ты ездила? Да ладно уже, господи, вам скандалить. Да хочу, мы с работы едем. Хорошо. Мне интересно здесь стоять. Хорошо.